Быть наследником звезды не так просто, как кажется, ведь публика всегда будет сравнивать дочь с ее знаменитой родительницей. Обладает ли она такой же красотой, таким же талантом и обаянием? Никто не воспринимает их как двух совершенно разных людей, а ведь звездным дочкам тоже есть чем похвастаться. Некоторые смогли превзойти и мам. Наталья Ветлицкая, дочь Ульяна, исполнительница хита «Посмотри в глаза», не живет в России больше 10 лет. Наталья Ветлицкая обосновалась в Испании. Единственную дочь Ульяну звезда тоже родила за границей. Правда, девушку на историческую сторону все же потянуло. Например, недавно она стала владелицей роскошной московской квартиры за 200 миллионов рублей, которая раньше принадлежала ее матери. Синди Кроуфорд, дочка Я. У Синди Кроуфорд двое детей, сын и дочь, и оба наследника пошли по стопам матери. Кая еще в 14 лет подписала свой первый модельный контракт с агентством Imagine Models. Она участвует в крупных показах, сотрудничает с элитными брендами и даже попробовала себя в качестве актрисы. Анка, дочь Полина. В 90-х Анка, в реальности, Наталья Ступишина, была образцовой эпатажной звездой. Певица вышла замуж, перебралась за границу, и на этом ее творческий путь закончился. Зато дочь Полина продолжила дело матери. Девушка заслужила мировую популярность. Ее хиты «Fade to Love» и «Book of Love» покорили танцполы, а за хит с Эминемом Полине вручили Грэмми. Мадонна, дочь Лурдес. Мадонна вырастила себе преемницу-бунтарку. Лурдес с малолетства сопровождала мать на концертах и светских выходах. Повзрослев, она увлеклась модой и запустила свой бренд. Потом девушка увлеклась блогингом, потом – моделингом, а затем сдалась и подалась в музыку на радость маме-суперзвезде. Марина Хлебникова, дочь Доминика. Марина Хлебникова, исполнительница хита «Чашка кофе», одна воспитывала дочь Доминику. Девушке дали хорошее образование за границей, но ее все равно потянуло на музыку. Несколько лет она посвятила выступлению в ресторанах, а потом наконец определилась с профессией. Доминика поступила на экономиста и эмигрировала в Великобританию. Анжелика Варум, дочь Лиза. Единственная общая дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум живет в Майами. Там ее воспитывали бабушка и дедушка по материнской линии. В США Лиз Холлоуэй, именно такое имя взяла себе Лиза Варум, создала свою группу. Сейчас она создает сольные проекты, снимает клипы и выступает в клубах. Кстати, музыкальный стиль Лизы похож на стиль ее родителей. Маша Распутина, дочь Маша. У Маши Распутиной две дочери. Со старшей, Лидией, у певицы довольно натянутые отношения. Другая наследница звезды, тоже Маша, все равно ведет закрытую жизнь. Девушка училась в МГИМО на специалиста по связям с общественностью и далека от шоу-бизнеса. Кристи Тарлингтон, дочь Грейс. Старшая дочь легендарной супермодели, 20-летняя Грейс Бернс, уже решила, чем хочет заниматься по жизни. В 2023 году она впервые вышла на подиум Миланской недели моды. Девушке пророчит большое будущее в модельном бизнесе, ведь она взяла от мамы все самое лучшее. Ирина Салтыкова, дочь Алиса. Алиса, дочь Виктора и Ирины Салтыковых, пошла по стопам родителей и тоже подалась в музыку. Девушка выступает как с авторскими песнями, так и каверами на хиты мамы. Например, у нее есть своя версия знаменитых «Серых глаз», с которыми в прошлом выстрелила ее родительница.